изготовления. Вы продолжатель традиции или это новое, абсолютно вот с 90-х годов, с 80-х, новое обращение к древней русской истории, это, что называется, как озарение? Да, человек такой, в общем-то, традиции старается в жизни придерживаться. И считаю, что я где-то в какой-то мере и продолжатель. Ну, а с какой-то другой стороны, что-то есть уже, конечно, приходит. Потому что без традиции, ну, что такое традиция? Это же культура, это же доработки. Доработки десятков поколений. Как-то отрицать это. Но откуда я бы научился рисовать, если бы я не уважал традиции? Тематика то же самое. В свое время, в детстве, я вот с большим удовольствием смотрел Васнецова. Что-то такое созвучное находил его в работу. Но в итоге это все отпечаталось там где-то в сознании. Так что я считаю, все-таки я где-то продолжаю традицию. Но, с другой стороны, тему я, конечно, раскрыл где-то и новое. Васнецов там и сказки, где в сказке раскрывал, то у меня где-то больше легенды, больше такие, и более такие они не сказочные, а более такие натуральные земные образы. Вот. Естественно, что я попытался заглянуть вообще по славянскую такую эпоху, когда еще все было. Не смешано, чистые краски, вот. Поэтому в этом плане, да, это что-то моя тема, вот эта Русь ведическая. Легенды, вот эти предания, исторические какие-то события. Где берете сюжеты? Ну, из книг, наверное. То есть у нас богатейшая литература на эту тему. Предания, легенды, сказки. Вот. Та же «Повесть временных лет», в общем, тоже слово полку Иванову. Слава Богу, что-то до нас дошло. Хотя, конечно, дошло это на 5-10% из того, что было. Остальное все потеряно. Насколько это создано, делалось или нет, не знаю, смотрите. Но эти вот по крупицам приходилось собирать в свое время, я вспоминаю сейчас 70-е, 80-е годы, ведь тогда это очень сложно, по костюмам было и по текстам, все это приходилось чуть ли не днем с огнем искать. Вот. Сейчас хорошо, сейчас много всего, но тоже надо очень осторожно подходить, потому что я помню по тем, когда, в общем-то, там серьезно, если что-то было, то серьезно были на работе. Сейчас же очень аккуратно приходится выбирать из того, что попадает в образ. Книги, ну где-то фильмы, где-то образы какие-то уже не наработаны, вы знаете, вот темы. Я говорил, да, недавно вот такой случай был. Лежал в больнице, лежал, смотрел на стену. Ну что, лечиться надо куда-нибудь. И вдруг на стене увидел пятно, абстрактное пятно. И в этом пятне я разглядел три сюжета. Три сюжета. Один гипербореи, на берегу гипербореи, вот картину. Другой сюжет, кадырский скоп, на берегу в этом пятне, хотя оказалось. И иллюстрацию Руслана Верхнего. Вот так вот везде откуда. Хотя, ну она наработка сидит над этой темой, мозг, наверное, работает в подсознании. Вдруг, когда что-то увидишь, а увидеть можно было случайно абсолютно везде, и услышать также случайно можно. В основе-то лежит все-таки осознанная работа с текстом, с книгой, с историческими документами. Книги каких авторов для вас являются авторитетными и побуждают, что называется, иллюстрациям или рождают сюжеты? Рыбаков. Да, это серьезные ученые, серьезные исследования. Вот. Чисто исторические тексты, это Нечвалонов, Соловьев. Ну, Карамзин как-то, я не знаю, с подозрением отношусь, хотя, конечно, большой материал, но вроде немножечко. У нас, я считаю, достаточно источников. Я сторонник голых документальных фактов, из которого можно уже вообразить, к примеру, так сказать, свои возможности. Я предпочитаю вот какие-то там фрагменты из раскопок, какие-то фрагменты рукописи, которые дошли до нас, вот из них вот пытаюсь как-то вот что-то составить, как-то сложить. Как удается, насколько это?
То есть вы следите и за антропологией, и за археологией, какими-то новыми просачивающимися публикациями, да? Потому что, да, порой с такой вот гигантки можно представить и целую. То есть, если на вашей картине лодка, то эта лодка, вы совершенно уверены, что это та конструкция, которая была у слона? Да, я изучаю, ищу, какая была конструкция у викингов, какие были у русских тоже лодки, все это изучаю, все это. Ну, пока по раскопам там что-то есть, какие-то вещи дошли до нас. Слава Богу. Те же доспехи, опять же, изучаешь. Ну, естественно, представляешь, как это могло быть вообще. Где-то что-то добавляешь. Потому что дошло очень мало. Очень мало, и других фактов приходится складывать. Ну, чтобы это было увидеть. То есть у вас ни одной картины не было просто по наитию, да? Все время лежит какой-то факт. Обязательно, обязательно. Даже те же строения теремов, из раскопов, опять же, Новгородской, там раскопали усадьбу художника, как ее реконструировали, это тоже. Вот. Тот же академик Суслов изучал в свое время, в 1909 году вышли по русскому значению, там тоже это мы видим. Человек был архитектор, ездил по северу, вникал во все эти вещи. Здесь уже как бы не подвергаешься, ведь человек серьезно занимался и восстановил. То есть вы несете ответственность за правдоподобие своих картин? Во всяком случае стремлюсь. Во всем мне должна лежать какая-то основа. И эта основа, да, когда существовала, она убеждает. Пусть даже ее сейчас нет, но она воспроизводится, она убеждает, ведет за собой, раскрывает тот мир, который существовал. И последний вопрос. Вы работаете исключительно на сегменте дохристианской Руси? Или христианская Русь для вас тоже существует? Нет, ну знаете, я и христианин, я на христианской теме, Русь православная, тоже есть работа. Это современную тематику я работаю, такие жанры, картины. Иногда портретом балуюсь. Но основной упор я делаю на Руси дохристианской, потому что эта тема практически очень мало, почти совсем не воспета. Ну, Василий, вот он, ну, это замечательный художник, но у него немножечко с таким западом, как я начинаю. Я все-таки ближе стараюсь подойти, да, прославянскую нашу.